Те, кого весь мир был недостоин, жили где попало, как попало, ели что-то скромное, простое, бодрствовали много, спали мало, верили в обещанное слово и с надеждой твердой умирали, а обетования святого исполнения так и не видали. Но у них не опускались руки, не пугали их властей угрозы, на кострах, крестах терпели муки, зная, что отрет Спаситель слезы. Истины носители святые, дорого им путь тот узкий стоил, на вершины вел Господь крутые, тех, кого весь мир был недостоин. И теперь они живут на свете. Соль, что землю бережет от порчи, труд их кропотлив и незаметен, исполнять его не всякий хочет. Нет им ни почета, ни привета, нет о них прекрасных песнопений, не дают им уголка в газетах, не дают им Нобелевских премий. Но ничего, что мир так низко ценит, это стадо Божие простое, ждет Господь и у себя поселит тех, кого весь мир был недостоин.